Здравствуйте, дорогие друзья! Это видео посвящаю плющелистным пеларгониям. Это вьющиеся растения, не спадающими побегами. Привлекает не только цветами, но и блестящей листвой. Нужно ли обрезать плющелистную пеларгонию? Конечно же нужно. Если не обрезать, она будет расти в один стебель. Но когда обрезаете, обратите внимание на листья. Давайте разберем на этом экземпляре. Расположены листочки. Вот здесь два листа, вот здесь два листа, а здесь один только листочек. Где нужно обрезать? Ну, конечно же, надо обрезать над двумя листочками. Вот здесь. И после этого будет у нас два стебля. А если делаем надрез вот здесь, смысла у нас не будет. Как рос в один ствол стебель, и так и будет расти. Разветвления у нас не будет. В данном случае у меня в одной емкости посажены три черенка. Это не случайная посадка. Три черенка посадила потому, чтобы получить более пышный кустик. В предыдущие года я высаживала по одному черенка, и сильно пышного куста я не добилась, так как плющелистная герань не очень-то разветвляется. Весной я их буду пересаживать более большой объем. По моим наблюдениям, 5 литров вполне достаточно. Пока я их ничем не подкармливаю, раз в неделю поливаю только обычной водой. Не торопитесь подкармливать, еще рано. Может, в южных регионах не рано, наверное, но у нас еще зима царствует. Просто они перерастут. Спасибо за то, что досмотрели до конца. Если мое видео кому-нибудь будет полезным, я буду рада.